В день Антипасхи митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в соборе Воскресения Христова «Спаси на крови». Среди молящихся был директор Государственного музея-памятника Исаакиевский собор Юрий Мудров. Был совершен крестный ход вокруг храма. Собор Воскресения Христова «Спас на крови» был построен в 1897 году на месте гибели императора Александра II от рук террориста-народовольца. Освящен 1 сентября 1907 года. В советское время использовался под мастерские, склады, овощехранилище, в блокаду как морг. С 1970 года имеет статус филиала Государственного музея-памятника Исаакиевский собор. 23 мая 2004 года заново освящен, в нем состоялась первая божественная литургия. С сентября 2010 года в соборе регулярно совершаются богослужения. Истинную веру, только она спасает. Если вера в Бога не истинная, это пустышка, сказал Владыка в проповеди. Спасает только истинная вера. Если вера в Бога не истинная, это не больше, чем пустушка. Вот родители знают, дадут ребенку пустушку, ну вот она сосет, и что толку? Никакого, только не плачет и все. А он же не питается, просто сосет и ладно. Вот так и есть религии, которые играют в Бога, пустушку держат, вроде бы Бога, а на самом деле ничего, никакой благодати не получают. Но истинная вера, она требует многого. Она требует отказаться от всего того, что так нравится человеку грешному. От этого мира грешно отказаться, от всех удовольствий, а жить исключительно по заповедям Божьим. Храму была подарена икона Воскресения Христова. Юрий Мудров передал храму Донскую икону Божией Матери, написанную на фарфоре, которая 117 лет отсутствовала в соборе и была недавно обретена. Это был подарок на освящение храма от Санкт-Петербургской духовной академии. Митрополиту Юрий Мудров преподнес икону Воскресения Христова, список из кельи старца Иоанна Крестьянкина, изготовленную в мастерской Псково-Печерского монастыря. Протоиерею Сергию Куксевичу список иконы «Спас Елиазаровский».